последнего яруса можно подняться. Смотрите, на да? третий забраться. Да. А у нас здесь третий свод и потом еще четвертый, да? Да. И потом уже буквы. Да, потом уже. Да. Оплатили 1 415 000 окончательный платеж за поставленный шпиль. В данный момент на счету фонда в Сбербанке 1 047 000, угу. Ну и на Первом экспрессе пока 8 317 000 рублей. Ну понятно. Ну, на первом спросе 9600 просто. Да, мы уже часть вернули. Вам просто вернули часть, поэтому да. Задолженность по первому спросу 8,5. 8 317 000. Угу. Приступили к третьему ярусу. В январе должны его в декабре закончить. Главное вывести еще оставшиеся православные 11 колоколов. Они будут висеть. Вот. Ну, все работы идут в графике, пока проблем нету. По поводу Успенского собора, очень удачное, Владимир Сергеевич, ваше вмешательство. У нас выделяли 85 миллионов на 3 года, теперь за 1 год дают нам все. В эти 85 у нас входят двери, паперти, полы, готовится еще 25 миллионов, это на росписи. Так что конкурс будет вот буквально в ближайшие дни. На 85. Да. Валерий Витальевич, я тоже хотел попросить, чтобы вы подключились к презентации площадки, то есть к поиску инвестора потенциального, потому что ну, нам тянуть нельзя, и это вопрос как бы там магистральной набережной, которую мы все-таки хотим попробовать сделать, да? И просто у нас тогда расшивается здесь. Мы ее в проекте покажем. Да. Я понял, хорошо, Валерий Витальевич. Ну, подключайтесь. Здесь мы-то готовы, самое главное, это предпроектные какие-то предложения, которые... Не, ну предпроектное предложение, там что, площадка есть, там есть зона, где что можно делать, где есть, где можно временные конструкции размещать, где можно стационарные конструкции размещать, поэтому там, в принципе, все понятно. Все понятно. Угу.